Ну, он прилетел сам. Че, ебашим? Да, трэш, пойдемте, там кто очухается по ходу движения, мы присумоним потом. Вы только разведите, пожалуйста, агрессоров влево и эту всю пиздобрять вправо. На пул делайте, пожалуйста, вон танки у нас. Влили сначала, пробудите. Агрессор шлепает. Агрессор шлепает. Блять, завис. Вар танк. А, ну ты тут, я в курсе. Смотри, ты, короче, на трэше и на трех боссах в танке побудь, пожалуйста. Там спекнешься Фуриха, добро? Разведите агрессоров, пожалуйста. Уведите от рейда. Забирайте, у вас три танка. Пробудители, бьем, ребята. Милики вон агрессоров могут долбить. Не надо ни одному вару кричать. Кулачки будем бафать. У нас холик будет бафать монореги и кулаки. Ничего страшного с ним не случится. Где там, блядь, квадрат? Куда он идет, блядь, не видел ни хера. Да вот он возле входа, повернись. Если я поверну, всех миликов нахуй снесет. Да все уже, стой. Уже дотыкали почти. Да я не тебе говорю, повернулся. А чё ебланим стоим, не понял, тут справа народ. Маг, блядь, вон. Сейчас же чекну, нахуй. Буду менять. Чё это кто-то пыжится, кто-то стоит. Нихуя себе. Паладин там 271. Так, дальше погнали. Че, может, бафнет? Да иди, Треш. Так, смотрите, командира в сторону и разводите агрессора с этим. Куда пошли? Пошли, весь Треш зачистим сначала. Пошли, пошли, пошли. Кулаки по вару, блять. Пожалуйста, холик, раздай кулачки с монорегами. Касочки, ретрик. Ретрик, раздай касочки, пожалуйста. Сначала все влились, давай, 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 в пробудителя. Смотри, Вар, вот еще в рейд идет пробудитель. Отодвигай его нахуй сюда. Ага. Милики, идите в агрессора, а в РДД пробудителя затыкай.
Блять, как всегда, рейд наберешь, потом знакомые начинают отписывать. У меня кто АФК дает? Да я так и сделаю. Кто АФК, значит, им не надо здесь ничего. Командиры затыкали сейчас. Командиры затыкаем, чек сделал. Народу много отписал. Погнали дальше трэш, вот там слева зачистим. Дайте лапу, чтобы нас не подколол. Вон он ходит, который трэш, он по-любому потом прибежит. Спасите. Агрите. Я вот спасите. Этот дальний. Мне нужна помощь. Тыкните ствол. Разводите их. Командира сразу отводите тоже в стороны. Три танка давайте на разные стороны. Пробудители РДД затыкайте. Милики, под рожу, пожалуйста, не лезьте с этим агрессором. Женя, иди агрессора сбей. Смотрите, сзади еще трэш в рейд пошел. Напуливайте, забирайте, пожалуйста. Каждый своих. Давай, 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 забирайте его. Все, развернулись, вон там, где один агрессор стоит с пробудителями. Затыкали. Агрессора забеги, разведи, пожалуйста, от этого сброда, и милики сразу с ним убегите. Бить я пока метки расставлю. Так, вроде все по-моему. Смотрите, МТ, это у нас будет Крим, в черепе танчишь. Появляется первая иллюзия, суковатая, забираешь и в крест отводишь. Ну и в арк, соответственно, треугольник отводишь туда. Три иллюзии. Милики стоят, курят, РДД, РНЖ 10 понабирали. Можно вот здесь вот на камнях, блядь, лишь бы вы держали РНЖ. Единственное, что Амстердам и Ауди босса впихиваете, понятно? Метки появились, а друг от друга отбежали.
Остальные курят в стороне, понятно? Никто не подходит сзади, из миликов. Да, трэш, ловите. Вот два только милика, это Амстердам и Ауди. Появились метки на них, разбежались. Остальные милики просто курят в стороне. РДД РНЖу берут и затыкивают босса. Еще раз повторяю, самое главное здесь ренджа. Рыба будет, сейчас фул рыбав будет, я поставлю рыбу. Еще раз говорю, ретри кидает каски, он один у нас здесь, суковатый прота кидает. Монорегию кулаки у нас кидает Олик. Кри может прота помочь раздать. Вот я где прыгаю, стою, здесь рыба будет. Подходим, кушаем, фул рыбав дали. Смысл с прота есть ДЦ. Ай, нахуй, лишний не будет. Пусть висит. Я вижу, что есть. Давайте РДД, смотрите, хилом освободите вот это вот место от черепа до креста, чтобы они хил доставал для всех. Остальные на камне там, блядь, ближе к треугольнику. А милики разбежались вообще туда за треугольник. На подхвате стойте, если что. Чек на готовность, на бафы, на пул. Кому что не хватает, в чат пишем. Того, чего нету. Хант. Кулак МП5. Раздайте, пожалуйста, по ханту танки на позиции. А где баф на крит-то 5%? Какой? Фуриков, что ли? Ну или друли там делают, кто там? Подожди. А фуриков нет в рейде. Ну у меня фурики. у меня на Халионе будет фурик, так что не очкуйте. Да, на Халионе будет фурик. А я тут прям заочковался, да? Еще раз чек. Раздайте бафы, пожалуйста, ханту. Ренджу сразу наберите, я не вижу, чтобы вы разбежались, я вижу, вы стоите в куче, милики съебались туда к треугольнику. Кроме тех, кого я назвал. Танк на позиции, по отчету пуляешь. Пока он ведет его к этому дереву, никто не бьет, кроме напульщиков. Танк тебе дали кулак? Нету на нем кулака. Холик, дай, пожалуйста, ты. Да, я ему МП5 давал. Че, как я два бафа ему дам сразу? Я согласен. Крим, дай ему кулак, пожалуйста. Давайте по-другому. Холик, монореги, Крим, кулаки у нас тогда. Давайте так сделаем. Иначе он на некоторых персонажей два не сделает. Давайте крайний чек, просто у нас еще отсутствовал. Ладно, зачем? Кулак дай Амстердаму. А, ну на рогу похуй, он милик. Давайте по отчету, мэн, погнал туда наверх. Веди. Кулак, говорю, Амстердаму, зачем по 5 дал, блядь? Дали уже. Кулак, да. Дай. Все, ждем, пока он его установит. Ренджу, главное, наберите. Чтобы меньше стаков было. Все. Метки Ренджу, иллюзию забрали одну, суковатый. Суковатый, забирай иллюзию, кресту отводи.
Ави, БРни, пожалуйста, Эрдру у нас. А Эрдру, БРни, мага. Эрдру, мага, БРни. Блять, валяется этот маг. Смотри, значит, Вар, следующую иллюзию, Расукова, ты туда уволок. Смотри, вот сейчас отводи кресту. Кресту, кресту. Метки, Ренджу, говорю, еще раз взяли между собой. Что там, блядь, в центре за... Погнали. Дракона, Крим будет. Что, могу в ДД на драконе, да? Ну, если охота тебе туда-сюда спекаться, может ДД. Если нет, то... Да. Все, все в звезду встали. Все-все-все в звезду. Да. Метки лево-право друг от друга, рейндж. Понятно. Весь рейд остается в центре. Те, кто с метками лево-право и между собой рейнджу разбегаются на взлете. Хан, дай, алло, смиряющий, да дай. Да вы что, гоните, блядь? Хан! Сова БР не Эрдру у нас? Ну давай БР. Постоянно падает. Пусть лежит, это БР. Я бы за такое ханту минус 50 кролу дал сразу. О, сняли сразу, хорош. Хоть доброжелатели все. Не давай, БР, не надо тратить. Смотри внимательно сейчас метки. На ком будет метки? Все, метки разбежались слева-право. Галочка красная на таке. Отхил, 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 рейд. Все, в кучу назад. Так, БР, 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 БР. Так, Суковатый сейчас будет на боссе. Шаманы тотем от трепета поставили. Крим будет слева, слева на трэше. Идиот, Суковатый. Это пиздец какой-то. Куда торопитесь? Вы что, блядь? Ебанулись. Без команды. Без команды, без, блядь, отчета, без всего понять ничего не могу.
трэш ловите, давайте хоть трэш вот этот сольем, что ли, блядь. А, это этот от босса уже пошел. Ну ложить, хули делать, что стоять там мозга ебать. Как ебал бы по затылку кто так делает, чтобы, блядь, глаза на монитор выскочили нахуй. Пизди его ногами, пизди, блядь. Не хильте, не танчите, ничего не делайте, падайте. Сейчас будем, блядь, еще тут в РС, блядь, часов 8 сидеть. Я последний раз 3 часа сидел. Да таких хикать надо, сейчас я буду смотреть нахуй. Шейпер тоже смотри нахуй. Просто с КД покинут рейд и все, блядь. Бараны, блядь. Не торопитесь, стоит, я же говорю, еще буерим, блядь, подбежали, стоим, еще будем рыбафать кого-то определенного человека, еще не рассказывать, только начал рассказывать, кто где стоит, вы уже, блядь, претесь, куда вам не надо. Есть масс-рис у кого-то, поднимите, пожалуйста. Хотя нехуй, заходите. Бежать недолго. Давайте здесь у входа, идите сюда, у входа рыбафнемся, подождем весь народ около меня. Звезду на себя ставлю, выйдите оттуда с инста. Чтоб потом нечаянно ничего не было. Сейчас всех подождем, я рыбу поставлю. Вон маунт есть, чинитесь. Так, еще раз. Вар, слева танчим мобов. Крим, справа суковатый на боссе. Шаманы, тотемы, трепета поставили все, пожалуйста. РДД хилы в звезде стоят. Ставлю рыбу, давайте фул рыбаф, бафаемся, кушаем. Давайте чекнемся на готовность. Все на позиции. По отчету пуляй, суковатый, заходим все. Алекс Страза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Люди, обратите их в пепел! Кресты антифиры на Крима киньте. Я не танчу, босс. Суховатый танчу. Суховатый, суховатый, точно, точно. Сам сказал, сам забыл, блин. Амстердам, ты вылетел или что, или вообще вылетел, у тебя там интернет? Понятно. Слуги, обратно.
Так, все, ждем вара. Давайте сейчас еще рыбу поставлю, когда. А ему не надо, да? Ну, для других тогда фул рыбак сделаем. Давайте сюда к звезде подбегаем. Да не надо бежать на ту сторону отсюда, просто заведем босса и все. Беги назад сюда. И это, давай, Фурика, спекайся. Убираем метку над тобой. На звезде ставлю эту рыбу. Кого только подняли, давайте фул рыба сделать, пожалуйста. Ждем 2 минутки вара, да, если что, меняем. Я тогда АФК 2 минуты быстренько, ладно? Добро, добро, 2 минуты вара, ждем, если что, меняем. Кулак обновите. Да, давайте еще раз правила рубану, там скриншоте, сейчас что-то новая мода какая-то пошла. Там кому надо, квест возьмите, да. Сейчас все будут, я расскажу, что делаем, кто где что делает. Чтоб по 100 раз не рассказывать. Че, он зайдет? Не, или у тебя искрен заменит? Ну, ждем еще минутку, и я орать начинаю. Ладно, начинаю искать замену. Так, все, Рогу нашел, сейчас придет. Да или кикни просто, зачем мне в пати? Кого кикнуть, вара что? Ну, оф на пау. Да, да, сейчас кикну, можешь просто зайдет, и чтоб тому КД не вешать, я того врать не буду. Сейчас до последнего. Чтобы не обламывать пацана. Но он уже отсутствует, в принципе, 7 минут. Я тут не при делах. Там просто Ствина отписал, тип сейчас перезайдет, отпишет мне, я его возьму, этого кикну. Так, в свете, суковатый, ты слышишь меня? Все, я тут. Смотри, тебе не надо метку ставить, блядь, где ты должен танчить босса. Умеешь, знаешь? Смотри, после второй фазы, если ты растеряешься вдруг, я не знаю, там что-то тебе в голову ёбнет. После второй фазы, когда мы будем с темноты выходить в свет, самый такой, знаешь, подсказочка, чтобы развернуть ебло его в сторону озера, и никогда не промажешь, понятно, да, чтобы нас не ваншотнуло. Так, если растеряешься, смотри, ориентир, это озеро будет. Так, Крим в темноте, понятно. Крим, ты как танчишь? Тебя догоняет луч или ты от него убегаешь?
Крим, слышишь меня? Оставьте шкаф, сумоньте, пожалуйста, рогу. Давайте чек на ФК сделаем. Крим, ты слышишь меня? Да. А ты как танчишь босса во тьме? Тебя луч догоняет или ты от него уебываешь? Да, мне вообще пофигу. А как будешь танчить? Ну давай, давай, как поставишь, давай, там, там сориентируемся. Смотрите, ориентируйтесь по звезде, за звездой бегайте. В темноте есть у кого-нибудь голос? Вот, Крим, у тебя есть. У меня есть. Ну смотри, по диспелу, пожалуйста, если я в свет уйду, если будете тупить сильно. Проанонсите, если не сложно будет. Смотрите, у нас в свету суковатый остается и холик, все остальные съебались в темноту на второй фазе. Начинаем за звездой бегать. Дамажим босса, начинается перефаза. Третья, четвертая группа у нас в свет уходит, первая, вторая остается в темноте. В тот момент, когда третья, четвертая уходит в свет, темнота не ДПСит. Мы ушли в свет, встали на позиции. Я вам говорю, начинаем ДПСить. Понятно, да? Еще здесь нюанс по хилам, да. Холик у нас в свету всегда ДПСишь. ДЦ у нас ДПСит всегда в темноте. В свет еще выходит Ави. Вместе с Палом здесь будут хилить остальные в темноте. Понятно, да? В темноте ДЦ диспелит. А на свету диспелит у нас холик. Ни в коем случае в рейде не диспелит. Если метка тупая, стоит там, вы не диспельте. Я потом обижусь на вас и кикну нахуй вас. А так, если метка что-то закосячит, сделаю метки плохо. Понятно, да? Метка выбежала, вы сдиспелили. Я еще анонсить буду. Так что ничего. На первой фазе холику диспелить. Еще раз говорю. Холик диспелит свет. ДЦ. Так, свету всем сейчас. Сука. Ну, то есть логику врубая, значит, ты диспелишь на первой фазе, диспелишь на третьей фазе. Согласен со мной? Раз ты свет. Да. Не тупите. Давайте чек на. А, пробафайте, пожалуйста, рогу, который вот к нам пришел во второй группе. И погоним. Давайте чек на готовность. На бафы, на пул. На суковатого напуливаем. Все, завыйдите, босса. Стоим на месте сейчас. О, все, погнали. Старайтесь покучнее, я от метеорита тоже. Все. Милики, рейндж тоже наберите. Вплотную не бейте, пожалуйста, Халеона. Выбежал Ави. Ави выбежал. Ави диспел. Я даже не успел выбежать, мне уже диспелли. Я видел. Перебежали на ту сторону. Перебежали. Я вижу, что... Тихо, метеорит. Так, Ави, БРни, пожалуйста, ДЦ, а не Рел, БРни Маганом. Выбежал, пожалуйста, у нас Вар. С Вара диспел. Диспелит свету только Колик. Павших БР. Первый раз не я диспелил. Перебежали на ту сторону, перебежали. Метка, беги.
Блять, чё блять, за сука? Блять, диспылит-то нахуй раньше? Да тихо, я сейчас, блять, отминку поставлю. Это может... Я сейчас посмотрю, кто диспылит. Чё, ебанутый что ли, блять? Я сказал, кто диспылит, блять. Твой сет, да. Всё, тихо, ждём, ждём, ждём. Давай, Крим, туда скажешь, когда портоваться. Стоим, зайдём. Сука, да я посмотрю эту всю тему. Ждём тебя, Крим. Все, уже давно зашли. Зашли, зашли все, все, заебись, нахуй. Нормально зашел. Ну да. Че, сука, делай? Блядь. Да, давай. Короче, топ, пикаю его вообще. Зайдите в лужу все, зайдите к ним в лужу. Он, походу, вообще специально. Я забыл, что диспелить, я больше не буду диспелить. А больше не нужно. Я понял, хорошо, я буду, если не... Да, 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 это я. Самое интересное, я для кого распинаюсь-то, блядь, раз пять сказал, в свету кто диспелит и кто в темноте. Ладно, сделаю подробнее. Свет – это тогда, когда мы находимся в материальной. Это когда вот он сейчас мы его бьем. Получается, холик у нас на первой фазе и на третьей будет диспелить. В темноте, это у нас вторая, это нематериальная. Там должен был диспелить ДЦ, но сейчас найдем. А так он вообще, видимо, не понял, когда надо диспелить. Так я вообще не могу понять. Есть еще люди, кто тактику не понял? Никого я кикать не буду и не дам кикнуть другому. Я сейчас заберу помощников. Давайте я лучше вам объясню, что делать, прежде чем вы будете тупить и тратить чужое время. Да я с тобой согласен. Я же против-то сейчас ничего тебе не говорю. Давайте это, рыбу поставил, я сейчас план... Рыбу пока не ставил. Как ты хуёво к людям относишься. Вообще жесть. Пацаны, пацаны. Тихо, не бахайте, не бахайте. Поставьте мало. Ух, какой-то рейд у нас прям бурный собрался вот раз. И не надо, пожалуйста, в РК орать, серьезно. Я себя-то не слышу. Я сейчас админку поставлю, вообще молчать будете. Зачем? Так хоть, может, что-то путное кто-то подскажет. Поставьте маунта, пожалуйста, почините. Был же у кого-то маунт. Сядьте, да, не успел. На ком починиться можно. А, спасибо. Хандрас, дай баф. Да, он, это даже Ачи улинканул.
Ну, это тоже не аргумент. Шкаф, пожалуйста, лоб. Бля, я холик отписал, ну ладно, хуси. Давайте еще раз рыбу ставлю. А, сейчас ДЦ зайдет. Врака, то я уже боюсь. ДЦ забежал в РК, нет? Нет еще. Никто не присоединился. О, зашел. ДЦ, ты тут, да? ДЦ. Товарищ, дружище, братишка, братюня, ну ты что, тут. Вот он только что зашел. ДЦ, да. ДЦ, ты зашел, да? Да. Ты диспелишь только в темноте, слышишь? Слышу, понял. Ну все, остальное все, все как есть. Давайте чек на готовность на пул. ДЦ, пробафайте, пожалуйста. ДЦ, ты готов? Сейчас, секунду. Нет. А, он еще на шипе родит. А, вот, да. И это, в ПМ мне, пожалуйста, напиши. А, ник, ник какой у тебя? Сейчас. Сейчас. Вот, на... вот набор всякой хуеты. Рыбы не будет. Так а я же уже третий раз ставил, ну давайте еще раз поставлю. У шкафа, смотрите, кушайте рыбу. Давайте быстрее. 10 секунд и начинаем. Еще раз чек сделаю. Выйдем, босс. Побежали. Первые две фазы ориентир звезда, на третьей фазе третья четвертая пати ориентир звезда. Первая, а, скажи ДЦ, ДЦ в темноте остается? Да, 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 ДЦ остается в темноте и диспелит постоянно там. В свету у нас спал диспелит, в темноте всегда диспелит этот ДЦ. Так, выбежал у нас вар. Перебежали. Блядь, заслакал момент. Это, блядь, давай, 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 давай. Сдвинь босса чуть-чуть. А, не, 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 вот так, вот так. Все нормально, бейте, ничего страшного. Так, Ави, Берни, пожалуйста, Нирел. Нирел, Берни, мага. Сова, Берни, меня.
Перебежали. Перебежали, говорю. Вышел с рейда маг. Ждем, пока Крим скажет зайти. Заходите. Заходим. Вар выбежал. Или метка осталась на тебе. Все, выбежал у нас ШП. Барыш. Да здесь не будет. Двигаемся. Перебегаем. Выбежал у нас ДК. БР есть еще у кого? Что за приколы? Выбежал маг. Двигай. Маг тот же выбежал. Стоп, ДД, стоп. Стоп, весь ДПС. Милики, ой, РДД, выходим в свет. Выходим. Никто не дамажит, становимся в звезду все. Быстрее. Все, тихо, милики эти. Свет, стопните. Вышел у нас отсюда лок. Лок вышел, перебежали на ту сторону. Бейте. Перебегаем. Стоп ДПС, милики. Все, сложило там. Да, ладно. Падайте в свету. Ой, в темноте. Свет лежит. Теперь объясните, кто пал, как ты не отхилил там. Как пал, не отхилил там. Там у него дымак увеличивается. До 70% довели. Он там просто шотает, получается нематериально. Когда надо было стопнуть миликов, они не стопнули. Какой нахуй шоты? Ты понимаешь, что нет, пал там не должно рассаживаться быстрее, если был бы ДК, например, тот же. Пал — это тряпка, то же самое, что и вар. Хорошо, давай, я свету поставлю. Рыбу ставлю у звезды, кушаем. Чинимся, пока маунт. Не-не-не, хуйня будет. Разгромный месть возьми меня сложила, блядь, я сам не понял, блядь. Шаманы биксы — это просто пизда, блядь. Мы тоже упали.
цвету. Шаман 250. Блядь, да отожмите вы, сука, кнопку нахуй. Да, эхо такое идет. У кого там? Отожмите, пожалуйста. Вы, блядь, не один, блядь. Из-за кого это дается? Сейчас поглядим. Серьезно, Лоид? Они от тебя ли, блядь? Нет, да? А я вижу, что от тебя. Да, серьезно. Кстати, от тебя идет. Который... А ну замутай, Лоид. Замутай. Пока так же все оставляем. Как я буду тебе, блядь, во тьме хилить цвет? Ты понимаешь, что ты несешь? Ты кому говоришь? Шаман остался во тьме вообще. Чем тут шаман свет? Сказали же, что Вердру, Ави и Пал остаются в свету, но Ави выходит потом в свет. А... Давайте, ладно, давайте я еще раз повторю. У нас в свету остается Суковатый и Хэпал, все пиздуют в темноту. Идет третья фаза. На свет выходит третья, четвертая группа, вместе с ней Ави выходит в свет. Остальные остаются в темноте. Что непонятного было? Хилы, кто что не понял? В свету у нас всегда диспелит, получается, Хэпал, диспелит ДЦ. Дисплей было дело. Чек на готовность, на бафы, на пол. Топ-клуб, пускай, говорит один РЛ. Кто там определились будет в свету? Ой, в отме. Ну да, все так же осталось. Крим там, Суковатый в свету. ДЦ, дисплей там. Давайте выйдем босса. На. Перебежали. Перебежали, Митя. Мак выбежал с Рейна. Перебежали. Опять ДЦ дисплей. Видел, видел. Ждем Крима. Заходите.
Забежали. Просто на второй надо фазе давать. Сейчас на этой и дадим. Зачем? Выбежал Нирел. Да потому что у нас на третьей нету шамана в темноте. Какая разница? А, там же двигаемся. Ну ладно, хуй с ним уже. Двигайтесь, вас сейчас сбреет нахер. Бежим, бежим. Выбежал у нас ман. Лок выбежал с рейда. Лезвие перебил. Ави, ШП, Берни, пожалуйста. А сова Ретрика. Вышел с рейда, пожалуйста. Сова. Стоп. Милики, стоп, ДПС, выходим в свет. Лезвие, лезвие, отбегаем, отбегаем, спереди выйдем. Вон сзади есть лезвие. Ой, это порт. Пизда танка, 80%, смотри. Да вы стопните ДПС, вы что такие-то? Еще никто не встал на позиции. Милики, вообще не дамажьте пока. Все, начинаем по чуть-чуть. Перебежали. Там лужа. Стоп, свет. Слева стоит. Кто-то опять дискает. Дамажим, дамажим. Вышел, а, блядь, рейда, не спейлишь меня сразу, ёб твою, блядь, дайте вы. Блядь, меня и этого ДЦ, он, сука, прям под боссом диспейлил. Он опять второй раз здесь. Стоп, ДПС, свет. Стоп, стоп. Все, бьем, бьем, бьем. Перебежали. Перебежали. Стоп, ДПС, свет. Бьем. Милики, стопните. Все, бьем. Падаем. Что случилось? Упал? Упало 2 хила. Стопаем. Д... Все, падаем. Давайте в лужу. ДЦ, ты в дисе? Так поменяй эту хуйню свою. Чтобы у тебя не было такой хуйни. Или что, ты первый раз хилбот скачал? Вообще вуду качай, то под дот. Давай я по РЛ. Я с хилботом нормально чилю. Кикай ДЦ, спекай. Так а в чем разница, я понять не могу. Как что цель, я сделал? Не так, что, блять, у нас ДЦ диспылит, блять. Даже вот с рейда не успел выбежать, он диспылил с меня сразу. Не, ну так а в чем? Я не могу понять, ты рвешься по РЛ. Ну давай я по РЛ убьем сразу. Едим рыбу, давайте сами все встаем, сюда заходим. Давай, ДЦ, так, если ты остаешься в рейде, если ты опять диспылить начинаешь, ты исправляй там в хилботе. Если ты будешь так же диспылить, то просто минус 100 кролл и все, просто без ролла будешь. Потому что никому это не интересно сидеть здесь и вайпаться 5 часов. Ну я последний это раз предложу, да. Лучше будет, если ДЦ будет с холипалом свет хилить, а два эрдру и ршам во тьме. Не пофиг. Так будет. Давай лучше. Так. Давай так сделаем. Диспелит тогда будет шама, пусть диспелит. Эрдру. Эрдру, ну, Ави может подиспелить. Давай, давай, пусть тогда. Это мне без разницы.
Слышите, Холик, остаешься в свету тогда, ДЦ тоже возвращаешься в свет потом. И у нас Иршам и два друида остаются, Авин и Диспелли тогда в темноте. Есть Дживс у кого? Вон, смотри, там маунт. Сядь, пожалуйста, Ави. Давай чек на готовность, на баф. Кто там и релит рвался, Ник, скажи. Войд. Сейчас кикнул. Войд. Да не. Давай, трай сделай, я молчать буду, согласен. Сейчас я поставлю.